Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Это рубрика «Блиц с мастером». Да, несмотря на то, что я обычно проигрываю даже людям с 2300, Кирилл заставил меня играть за 2500. Ну, конечно. Ну, ребят, вам не надоело вот это избиение форменное? Кому оно Да, надо? но избивают меня, понимаешь, в чем беда? Чтобы, я считаю, чтобы прогрессировать, нужно биться сильными. Да, но чтобы прогрессировать, не нужно записывать, как это происходит все, понимаешь? У тебя там какой-то черный экран смерти. Да, ну как я уже говорил, 2 часа ровно по Москве. А, да. Ну ходи уже, что ты опять разыграл какую-то тухолятину? Он же 5, это я не помню, что здесь надо играть. Ну конь d7 надо играть. Ну b4, хочу его поставить, не знаю, даст то, что или не даст. Где-то в вариантах он стрельнет. Ну, видимо, соперник все это знает, судя по скорости исполнения. Это очень плохо. У него 2500, что ты хотел? Можно У меня информацию. 2700 почти, но я этого не знаю. Можно посмотреть информацию. Так, но ну он же всерьез хочет d5. Ничего он не хочет, в принципе. Как бы мне подразвиться поудобнее? Это d7, наверное, все-таки, ну. Ферзь d7 без угроз. Да мне не надо угроз, мне надо, чтобы мне ничего не занесли. То есть, вся идиллия к этой рубрике в том, чтобы нам ничего не занесли. Да, ну видишь, хочешь коня на h2, на h4, очень интересно играет. В отличие от меня. Ну, может быть, g6, слон g7? Есть такая идея. Пешка, конечно, будет не очень, но... Ну давай, хорошо. Конечно, принципиально это неверно. Создавать слабости на королевском фланге дополнительные. Ну, h5 очень грамотно. Может кто-то просто h5 надо пойти, да? Может быть. Ну, ладно, ладно. g5, g4, g7, переживем. Ну как бы дырки. e5 есть очень сильных, а ну хоть e5, мне кажется, не так опасно. Я могу вообще его проигнорировать. Я могу взять, вот как лучше. Наверное, брать все-таки не стоит, да? Не, ну будут пешки двойные на линии. Надо просто ладьон d8 поставить и сделать вид, что поскольку у нас все по центру, это плохо быть не может. В общем, я уже чувствую, чем эта партия закончится. Ты тоже? Как пешку держать? Да c5 даже может пойти. Ты чувствуешь, чем закончится эта партия? Ну, в смысле флаг? Да. Как ты это понял? c5 dc. Коня возьму. Ну вот он идет на 2, но там эффект c5 возьму в конце. Может у него будет лучше, а может и нет. Наверное, нет, наверное, у меня нормальная позиция. Ферзь f6. Не могу обмануть, никак не могу. Okay. Нет, ферзь c5 основная идея была, да. Слон-то все равно завис. Вот тут вот. Я думал сначала на b2 взять, но, видимо. Практичнее просто вот так вот сыграть, ну, и да, уже линия, создать линию, да, чтобы он не залез. Игру по черным полям. Эта пешка в принципе никуда не убежит. Если он начнет ее защищать, то я слишком активно заеду там. Ну, у черных отличная позиция. Не было бы так мало времени, было бы вообще шикарно. Ну, наверное, лучше у нас. Ну, с разным цветом вряд ли, это может быть сильно лучше, но, по крайней мере, проблем нет. Отстала я на b2. Ну, а защищать. Все, пора ее забирать. Шах. Сюда еще можно напасть. Да, и потом ладья b2, да? Ну, вроде, я пытаюсь сделать вид, что я очень техничный шахматист. И не просто нападаю на пешки, а нападаю с темпами. Как тебе? Убеждает? Нет. Жаль. Да, это возьму, потом на b2. Потом вот это повиснет, в этом была идея. Да, но он здесь что-то пытается. Ну, его побежит, это, кстати, довольно опасно. А, ну теперь я могу взять. Да, выбивай и шах, наверное. Конь на b5 еще. Там, я не знаю, надо включать шах. Наверное, надо включить шах. Ну, конечно, это лишняя пешка будет. Отскок нет никакого после с короля h3. Ну, надо сдаться по-хорошему. Не, по-хорошему надо, но отскока нет никакого. Ну, ты 3 лишние пешки. Почему ты посчитал, что...
Ну ладно, 30 секунд, нормально, играй. Наверное, уже нужно заканчивать комментировать. Ну да, король на f6 пришел, партия закончилась. Он посопротивляется еще. Ну понятно. Ладья c7, хороший ход есть. Че сдаваться? Уже 4, правильно, чтобы иметь размен ладей после e5. e4. Ну просто веди пешку и все. Ну и. Надо f5 и король f4, если успею выставить, там уже само пройдет. Это можно отдать, там тоже не важно. Все можно отдать. На мат напали. Ну вот идет она. С матом. Сочно. Успевает, что ли? Нет, мат просто, да? 17 Нет. секунд времени. Мат, ну это я легко выиграю с таким именем. И отрезаем. Это главное правило. Да, я понял. Так, всем спасибо. Ну, всем спасибо за внимание. Давай посмотрим информацию. Давай посмотрим информацию, мы можем или нет. А что ты вызов твоего не принял? Ну, я могу вызвать его потом. Мастер Фиде, 2381, 29 лет. Да. А, нет, это международный мастер, на самом деле. Сейчас я его открою в списке. Рейтинг подсел чуть-чуть.